Приветствую вас. Посмотрел недавно на вечернем Урганте новый клип группы Little Big на композицию Uno, с которой она выступит на конкурсе Евровидения 2020. При певе вокалисты несколько раз считают на испанском, пропуская одну из цифр. Uno, dos, cuatro, то есть 1, 2, 4. Почему же это так? Пользовательница Твиттера с ником «Капризная морковка» написала, что поняла, почему цифра пропущена, когда начала загибать пальцы, которые соответствуют цифрам. Но начинать нужно не с большого пальца, а с мизинца. Но речь не об этом. Когда слушаешь песню «Uno», возникает чувство, что где-то ты уже это слышал. Мучился я долго. На третий день озарение пришло само. Я понял, что это Ферджи. Посмотрев пачку старых клипов Black Eyed Peas, я остановился на My Humps. Поколдовал в аудиоредакторе и увеличив темп песни, у меня получилось. Послушайте результат и сами сравните. Я не музыкант и не юрист, поэтому не буду утверждать, что это плагиат. Я сам не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях ваше мнение. Кстати, на офлайн-платформе Change.org опубликована петиция с требованием отправить на Евровидение вместе с группой Little Big танцора Пухлиша Дмитрия Красилова, который запомнился пользователям зажигательными движениями в клипе на песню Uno. Ее подписали уже около 5000 человек. Ссылку на эту петицию я оставлю в описании к ролику. На этом заканчиваю. Мойте руки и берегите себя. Пока.